Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo IQ U5X. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь режим энергосбережения. Находим. Вот он у нас здесь. Если вы подключены к зарядке, вы не сможете его включить. Если нет, то сможете. Вот, нажимаем на кнопочку и таким образом включаем режим энергосбережения. Нажимаем еще раз, выключаем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.